Ребят, всем привет! Давайте теперь снимем видеоурок по радио. То есть радио находится, где он находится? Виджет находится здесь. Вы можете станции переключать как с главного виджета. Когда бежит РДС, будет видно РДС здесь. Ну, давайте в нем перейдем коротким нажатием. Так, как искать станции? Долгое удерживание. Магнитола предупреждает, что сейчас вот будет удалено. Соглашаемся. И вместе хорошего приема побежал автопоиск и запоминание по ячейкам. Это первый способ поиска станций. Он пробежит диапазон FM 1, 18 ячеек вам будет предложено запомнить. И также 18 ячеек для FM 2, то есть 36 всего получается. Так, все, радио запомнилось. Дальше, если у вас есть крутилка, можно листать частоту, шаг 0,5 с крутилки. Данное нажатие осуществляет переключение по ячейкам запомненным станций. Данное нажатие делает то же самое, что и крутилка шаг. Видите? Также можно быстро поставить частоту. Ну, как-то так, а потом подстроить. Все, с этим понятно. Дальше. При нажатии эквалайзер в зависимости от серии 710 вас или 750 будут запускаться разные приложения управления DSP-процессором. Так, настройки. Здесь ставим галочку всплывающее сообщение, если вы хотите видеть следующее. Я вам сейчас покажу. Вот играет станция. Включили навигатор. Ну, то есть вы находите не в окошке радио, а слушаете радио. Вот я переключаю радиостанцию с кнопки на руле. Вот такое вот информационное сообщение, на какую частоту вы переключились. Так, следующий вопрос. Это вот здесь вы вставляете. Ну, не используйте M-диапазон, я, наверное, выключу. Белый фон логотипа. Пока сейчас оставлю, покажу. Фон основной радио выбирается вот таким способом. Что вам нравится, подбирайте под свой стиль. Дальше. Вот смотрите, название станции можно менять долгим нажатием. Написать там что-то. Сохранить. Либо второй вариант. Перетаскиванием сверху таким вот образом в ячейку. Сейчас найдем, где вот радио Зенит, удерживаем, перетаскиваем, получаем здесь радио Зенит. Так, а чтобы получить логотип вместо названия станции, надо его вот так вот запомнить, потом когда вы перелистнете, он уже, видите, появится. То есть два условия. Автоматом это все не может сделать, завод не хочет это нам помочь в этом, чтобы. Поэтому вручную. То есть вы поймали станцию. Она у вас хорошо ловит. Давайте еще раз. Там я не знаю, что. Чтобы она у вас хорошо ловит. Есть поток РДС. Ну вот, Европа плюс. Ну, дождались, чтобы она там что напишет, сохраняете таким образом. И потом при последнем последующем переключении у вас уже появится логотип в радио. Так, вот это переключение предпочитания стерео либо лог DX. Это предпочтение качества сигнала дальности. Вот что из них что, я затрудняюсь ответить, если честно. А здесь выставляется RDS, но я думаю, что вы этим пользоваться вряд ли будете. То есть основные вопросы, как пользоваться радио, были показаны. Как поставить логотипы станции, тоже показал. Как называть ячейки, тоже показал. Как искать, тоже, соответственно, показал. В общем-то, все. И виджет радио. Вот после запомненной частоты
Здесь будет бежать название станции. Либо в таком формате, с переключением отсюда ячеек радиочастот. Либо в таком, ну тогда переключения не будет. Тут уже либо крутилка, либо кнопкой на руле. И всплывающие сообщения, повторимся. Настройка, где это выбрать, я вам показал, тоже выставляется. Все, спасибо, с вами был я, Медведев Евгений. Ждите следующих видеоуроков.